В Омском велотреке с 1 по 3 февраля прошел чемпионат России по кикбоксингу среди студентов, участниками которого стали 320 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Проводить такие соревнования очень почетно, с одной стороны, но, сами понимаете, мы же еще и популяризируем вид спорта. И кикбоксинг – один из таких видов, который сейчас Олимпийским комитетом признан. Соответственно, проводя такие соревнования такого уровня в Омске, мы просто популяризируем и втягиваем молодых людей как раз занятия видом спорта. Наш регион представляли студенты Сибирского государственного университета физкультуры и спорта и Омского госуниверситета имени Достоевского. Омская команда кикбоксеров входит в пятерку сильнейших в стране. Спортсмены постоянно занимают призовые места на студенческих чемпионатах мира и Европы. Буквально в конце прошлого года проходил первый всероссийский турнир, на котором команда Омской области, студенческий, заняла первое место общекомандное. Поэтому у нас очень титулованные спортсмены, очень хорошие тренеры, и мы готовы занимать первые места постоянно. Удачно для омских спортсменов прошли бои в разделе «Лайт-контакт». На татами в категории до 42 килограммов хорошую технику показал перворазрядник Данил Киселев. Уверенную победу он одержал в поединке с Рамзаном Чемиловым из Кемеровской области. В категории до 74 килограмм мастер спорта международного класса Амич Дмитрий Киреев, он в красном шлеме, встретился с кандидатом в мастера Андреем Мудрецовым из Удмуртии. Количество ударов и безупречная техника позволило Дмитрию без особых проблем одержать победу. Работали точечно, работали серийно, и то есть это же лайт-контакт, тут бить сильно нельзя, поэтому мы работали точно, по корпусу, в голову, точечными ударами, так разрушали потихоньку защиту, ну и вот свои плоды это принесло. Лучшей среди женщин бесспорно оказалась наша международница Ольга Григорьева. В чемпионате среди студентов она участвовала впервые и по результатам двух боев смогла отобраться на европейский студенческий турнир. Результат выполнен на 100%. Провела два боя, выполнила установку тренера, выиграла первое место. Серьезные и зрелищные финальные бои прошли на ринге в разделе «Фулл контакт». Самой яркой стала встреча заслуженного мастера спорта Евгения Майера, он в синем, с Арманом Кожуевым. Оба из Омска. Практически весь поединок Евгений наносил точные и сильные удары. Однако в последнем раунде Арману удалось отправить соперника в нокаут. Бой был очень тяжелый. Готовился психологически, не то что физически, как больше психологически, наверное, переживал. Тем более соперник достойный, можно сказать, даже очень. Но мы готовились со своим тренером, и отработанный удар я применил. В командном зачете омские спортсмены заняли первое место. На втором и третьем – Челябинская область и Башкортостан. Медали высшей пробы на этом турнире взяли 20 наших кикбоксеров. По итогам чемпионата тренерский штаб национальной сборной сформирует команду для участия в чемпионате Европы среди студентов, который пройдет с 30 июля по 4 августа в Хорватии.